Мы 6 месяцев назад здесь участвовали. Вот расскажу, что, собственно, мы предлагали ранее. Презентация – это полугодовой давности. Мы основали сеть магазинов, которые помогают фермерам локальным реализовывать их излишки. Сейчас вышли на такой уровень, что фермеры теперь начинают производить продукцию под наши потребности и вместе с нами развиваются. Проблемы их ранее были, они не умели продавать, сейчас мы продаем за них, они лишь занимаются производством. Проблема потребителей – это отсутствие на рынке качественных продуктов. Собственно, в нашем магазине они находят проверенные продукты с гарантией качества. Что значит гарантия? Мы каждому возвращаем деньги, кого не устроит качество. Таких случаев за 2 года всего было 2. Так. Наши основные конкуренты, всем известные «Лавка-лавка», «Калина-малина», «Вкусвилл», «Еждеревенская». Чем мы отличаемся от того же «Вкусвилла»? Мы не скрываем производителей. То есть в нашем случае фермер – это личность. И фермерские истории названы не случайно. Потому что мы рассказываем про каждого фермера, мы ездим к нему на ферму, снимаем его производство, вместе с ним развиваемся. Так выглядят наши магазины. Сейчас у нас 2 магазина в Краснодаре, 3-й открывается 9 ноября. Есть 1 магазин партнерский в Ростове. Сейчас показатели на 20% выше стали. В мае, когда я приезжал, у нас 3 месяца существовал франшизный магазин, -партнерский, потому что мы полностью погружаемся в процессы нашего партнера и помогаем выйти на такие результаты. Ну, то есть сейчас он нас обошел даже по своим показателям в Ростове. Так, наша цель на год – это разработка мобильного приложения. Сейчас у нас есть сайт, который принимает заказы, но все в таком полуавтоматическом режиме, через колл-центр. Мы хотим создать такую экосистему, где заказ падает, например, клиент выбрал набор, он автоматически списывается с нашего склада и поступает сразу фермеру через понятное для него приложение. Он видит, что нужно в магазин по такому-то адресу доставить такое количество продукции, и, собственно, на следующий день эта продукция на полках нашего магазина. Максимум 2 дня товар стоит на полках, тоже молоко, он не задерживается, тем более чем на 2 суток. Оборот мы сейчас по сравнению с месяцем увеличили на 20%, так как очень много операционки, и нужно потихоньку с этого выходить и заниматься стратегией развития. Так. Цель на 3 года – это 100 партнерских магазинов. То есть мы хотим создать экосистему, но в каждом городе страны у нас должен быть пункт выдачи. Клиент заказывает на нашем сайте и агрегирует автоматически ближайший магазин. Собственно, с этого магазина он сам забирает товары, либо мы ему доставляем в течение часа. На чем мы зарабатываем? Это, собственно, продажа франшизы. Ну, почему мы и продаем франшизу? Потому что нам нужны также операционные деньги для развития. Но сейчас мы отказались от этого момента, потому что хотим немножко побольше разобраться в этой всей истории. 2 года, как нам оказалось, мало. И мы не можем масштабироваться на всю страну резко. Еще цель зарабатывать с каждого заказа онлайн некую комиссию с каждой транзакции. Соответственно, магазин-партнер получает заказ дополнительный к своей выручке. Мы же имеем процент с этой покупки. И, собственно, еще занимаемся поставками продукции в эти магазины. Цель только первый пункт, второй и третий мы уже закрыли сами. Спасибо большое. Подпишитесь на наш инстаграм. Мы планируем в Москву выйти в ближайшее время. И всем, кто напишет кодовое слово «стартап-шоу», получит бонусом подарочный набор. Спасибо. Вот как можно использовать дополнительные 20 секунд, понимаете?